руководителя этого предприятия этот кадр, возможно, школа была неудачная. Но принимать с такими оценками нельзя. Мы вас наказывать будем, он прокурор сидит. Я задание дам, чтобы проверили все вузы, когда вы по солевому будете набирать вот таких вещей. Они же потом придут на наше предприятие. Кого мы готовим? Давайте, если надо, подготовительные курсы сделайте. Пусть, вот раньше же это было, после армии, кто там надо было поступать, ходили там подготовительные курсы, проходили, а потом поступали. И, наверное, есть такие случаи, среди них много нормальных, но их надо подготовить. Они же не смогут учиться.